Да. Успевайте, фотографируйте, пока едем. Спереди еще сейчас бухточку будет видно, вот уже море. Вот так вот тут очень зелено все, прям утопает в растениях, очень много гор. Красивая тут природа, действительно. Мармарис город, кстати говоря, чисто туристический, со своим портом также. Население здесь где-то 80 тысяч человек. И находится город в бухте, как я говорила, и растягивается вдоль набережной примерно на 12 километров. Так как город туристический, конечно, тут очень много туристов. Большинство из стран Европы, очень много с Великобритании, с Германии гостей, из других стран тоже по чуть-чуть. Ну и также очень много гостей со стран СНГ. Если вы говорите на турецком языке, на английском, это будет ваше преимущество. Но если же нет, ни в коем случае не расстраиваемся, не переживаем, в этом нет ничего страшного. Куда бы вы ни пошли, в кафе, в магазин, в аптеку, про автобусы я вам тоже говорила, у местного населения хоть какой-то минимум русского языка, хоть какие-то слова они знают. Поэтому все свои основные моменты точно сможете между собой решить. Поэтому, думаю, никаких проблем у вас не возникнет. Существует, кстати, несколько версий происхождения названия города. Ну, вот самая такая достоверная, самая реалистичная, так скажем, следующая. То, что слово «Мармарис», название города, произошло от слова «Ле Мармарис». «Ле Мармарис» в переводе означает «морская жемчужина». Так вот, даже если вы сами подойдете к туркам, да, к местному населению, вот они подтвердят, и жители Мармариса, и жители других городов также. Абсолютно все, вот это еще с давних времен считается, то, что Мармарис – это самый такой зеленый, красивый город в Турции. То есть местное население так считает. С этим действительно вот сложно поспорить. Вот сейчас у нас очень красивый вид тоже открывается. Так вот, морская жемчужина Турции у нас, город Мармарис. Вот даже на въезде в город мы с вами когда спустимся уже после серпантина, через минутки три, мы с вами увидим даже памятник в форме морской жемчужинки. А где все жемчужины? Ну, а я вас море. Поздравляю. Мы с вами такой вот путь проделали уже. Наконец-таки въехали в город. Через 3 минутки около той самой жемчужинки у нас будет с вами пересадка, вот как раз для гостей, кому я говорила, отель «Зевс Туроч» и «Озджан Бич». Там маленькая машинка, я вас по всем моментам сориентирую, поможем вам осуществить пересадку. Вот. И там вас уже довезет машинка, водитель, минут 20 вам нужно будет доехать до ваших отелей по серпантину. Остальные гости, соответственно, у нас остаются в автобусе, и там уже дальше, когда мы с вами отправимся, я вас буду ориентировать по отелю. Также, уважаемые гости, в Турции есть такая традиция, она называется бакшиш, что в переводе с турецкого означает чаевые. Если у вас такое желание есть, можете благодарить нас с водителем чаевыми, нам это будет очень приятно. На выходе из автобуса есть коробочка с надписью «Tip Box». Когда мы также выходим из автобуса, пожалуйста, очень внимательно проверяйте свои вещи. Ничего, пожалуйста, не забывайте. Бывает такое, что гости по чуть-чуть что-то забывают. Чемоданы тоже не оставляем. Все проверьте.